закончился трудовой семестр на плантациях Дегомского учебно-опытного хозяйства Грузинского сельскохозяйственного института. В тесной связи учебного процесса с научной практикой разрабатываются новейшие агротехнические приемы, создаются новые сорта. В институте отлично оборудованные лаборатории, опытные профессорско-преподавательские кадры. В числе будущих специалистов телятница Зина Лежава, виноградари Амиран Читашвили, Нелли Катавратце. 920 тысяч юношей и девушек нашей страны влились в этом году в дружную семью советского студенчества.